Ашки, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу, как сделать автомат с вещами в Майнкрафте Pocket Edition. Собственно, для этого вам понадобится довольно много ресурсов, если вы играете в режиме выживания. Но если находитесь в креативе, то берем блок, который будет выступать в виде стенда, после чего берем также вещи, которые будут выступать в виде стенда, друзья. Собственно, что ж, берем сейчас полублок, который идеально подходит для нашего автомата, выглядит довольно красиво. Красиво и в то же время удивительно. Теперь мы ломаем середину нашей конструкции и выкидываем туда вещи, которые мы будем использовать для автомата. На данный момент я буду использовать изумруды. Теперь заливаем туда воду, да, воду, и теперь ставим стекло. После чего наши вещи помещаются вот в это стекло и выглядит довольно замечательно. Но на этом еще автомат не был закончен. Друзья, самое главное правило, не подходите близко, иначе вещи вы заберете. Теперь мы размещаем вот этот крюк. И выглядит и вправду как настоящий автомат с вещами. Вот так легко вы можете забрать ваши вещи. Ну что же, рассмотрим второй вариант. Теперь размещаем вот такой белый блок. Это у нас кварц, друзья, как бы уже готовый кварц. Делаем опять же такую конструкцию. Ломаем середину и туда выкидываем вещи. В данный момент я буду использовать блок TNT. Друзья, главное выбросить ровно. Но сейчас я выбросил криво, и вы увидите, что произойдет. Размещаем стекло, и теперь, к сожалению, наш динамит будет выскакивать за текстуру стекла. Поэтому пытайтесь размещать блоки ровно. Как видите, динамит выскакивает за текстурку. Ну, теперь размещаем опять же крюк. И, друзья, на этом декорация еще не закончилась. Так что наверх этого стекла вы можете поместить маленький полуковер. И выглядит это просто суперски. И декорацию вы можете использовать везде. Собственно, друзья, это все, что я хотел показать сегодня. Поэтому ставим лайки. А также не забываем подписываться на канал.